это будет рассказ о большом городе, прожившем немало десятилетий, маленькой девочке, которой не исполнилось и 10 лет. Под крышами этих домов живут тысячи людей, имеющих прямое отношение к событиям, о которых мы хотим рассказать. Но девочку мы выбрали потому, что она вошла в историю этого города и своей маленькой жизнью, быть может, лучше всего утверждает величие и значение всего происшедшего. Мир и труд царят в этих домах. И мы подумали, нужно ли сейчас ворошить недавнее прошлое, тревожить сердца печальными воспоминаниями. И решили, нужно. Нужно потому, что никогда не должно забывать человечество уроки истории и подвиг людей, остановивших врага у стен своего города. Света приезжают в этот город люди. Люди разных национальностей, разных убеждений, политических взглядов. Мы всегда рады гостям. Добро пожаловать на Ленинградскую землю. Сейчас вы поедете по улицам и площадям нашего города. Вам, конечно, покажут богатство Эрмитажа, фонтаны Петербурга, клоттовских коней, а мы поведем вас на тихую набережную Невы и вместе с иностранными туристами войдем в залы музея истории города. Здесь мы и начнем рассказ о маленькой ленинградской девочке Тане Савичевой. Она жила в этом доме на Васильевском острове. По этой улице бегала с подругами в школу. Здесь она училась, так же, как эти девочки. И совсем не подозревала, что ей придется писать 6 страшных страничек этого дневника. Осталась одна, Таня. Это была ее последняя запись. Что же произошло? Кто сделал ее сиротой? Почему Таня осталась одна? Миллионы таких девочек только начинали жить, а над жизнью уже нависла смерть. Таня любила взморье, свою Неву. А далеко на Эльбе людей изгоняли в походные колонны. Родные Тани собирали большие и умные машины. А на Эльбе фашисты заставляли людей ковать оружие для войны. Танки. Пушки. Снаряды и бомбы. Добрыми друзьями Тани были книги. А на Эльбе людей учили быть варварами.
тот день, когда Таня впервые смотрела сказку о белых лебедях, гитлеровцы начали бомбить Варшаву. Уже были повержены Польша, Чехословакия, Бельгия, Голландия. Горе потянулось по дорогам Франции. Они бомбами выгоняли людей из домов и преследовали их на дорогах. Так они расправлялись с народами Европы. Светил и был в эту белую ночь наш большой город. Ничто не предвещало беды. Но она пришла. В это раннее утро враги вторглись на нашу землю. Они пошли по нашей земле, как привыкли ходить по странам Европы, со своими понятиями о человечности, своей моралью, со своими идеалами. Со своими вкусами и со своим новым порядком. Такими они шли по дорогам к Ленинграду, выбросив впереди себя тысячную армаду самолетов. Они пытались сделать небо врагом нашей земли. Внимание! Говорит штаб НПВО города. Граждане, объявляется воздушная тревога. Воздушная тревога. В город пришла военная тишина. Гитлер приказал стереть Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для существования этого большого населенного пункта. Были точны. У них не было никакого интереса к жизни более чем 3 миллионов людей, населяющих город.
они выполняли с равнодушием изуверов чудовищный приказ. Уничтожали госпитали и жилые дома, музеи и театры, детские ясли и школы. В те дни маленькая Таня Савичева сделала в своем дневнике первую запись. Страшно, падают бомбы. Дом, где жила 4-летняя девочка Женя Бать. Родители мечтали видеть ее музыкантом. Но будет ли она жить? Осколком снаряда Женя была ранена в голову. И за это их называли рыцарями, асами, королями воздуха. Смеется тот, кто смеется последний. Вечно будет на ваших руках безвинная кровь ленинградских детей. Все как один на защиту родного города. Этот боевой призыв партии и правительства вел ленинградцев на передовые рубежи обороны. 300 тысяч отборных гитлеровских солдат с 4-й танковой группой и мощной артиллерией подходили к предместьям города. Город превращался в крепость. Сняты с окон цветы и занавески. На посту недремлющий Смольный. Коммунисты и комсомольцы уходили на самые трудные участки фронта. Рабочие становились бойцами. Срочно формировались полки и батальоны народного ополчения. На передовую под Колпино и Пулково уходили, прощаясь с родными кораблями, балтийские моряки. Профессору Огородникову недалеко было до передовой. Она проходила тут же, у пулковских высот. К линии фронта теперь можно было добираться городским трамваем. Сколько раз город Ленина посылал своих лучших сынов в дальние и трудные дороги. Но никогда не было таким горьким расставанием. Уходили кормильцы, отцы, любимые. Доведется ли с ними свидеться? Нелегко было и тем, кто оставался в городе. Трудолюбивые ленинградские женщины, вы не просто заменили своих мужей на заводах и фабриках. Каждая работала теперь за двоих. Работали, прислушиваясь к сигналам воздушной тревоги. Работали дни и ночи, неизвестно когда и где отдыхая. Каждую минуту тревожась за судьбу детей. Город сделал все, чтобы сохранить для них хоть кусочек прежней жизни. И вместе со всеми училась маленькая Таня. Спросите у них, и они, наверное, скажут, что любят детей, свой дом. Но как они расскажут в кругу своей семьи обо всем этом?
Натальи Савичевой была большая, дружная, трудовая семья. Старшая сестра Женя работала на заводе чертежницей. Смелая девушка, она дежурила на крышах, расчищала завалы, помогала раненым и вместе со всеми тушила полыхавшие по городу пожары. И однажды ночью, когда город смежал усталые глаза, Таня сделала вторую запись в своем дневнике. Женя умерла. А город жил. За темными шторами одной из квартир писал свою седьмую симфонию Дмитрий Шостакович. Этой симфонии и мужество ленинградцев, и варварство озрелого врага, и великая вера в бессмертие рабочего человека, днем и ночью стоявшего на посту и вместе с армией ковавшего победу. Симфония о мужестве Ленинграда. Еще во время войны, перелетев океан, звучала под управлением Стаковского по всей Америке, и вся Америка аплодировала неустрашимости духа и стойкости ленинградцев. Город шел в контратаке. Сроки намеченного гитлеровцами торжественного парада на Новой площади, и никак не мог состояться официальный банкет, назначенный в гостинице «Астория». Город атаковал. И впервые посмотрели они перед собой трезвеющими глазами. Куда их привели? И что за город таится перед ними? Разве думали они здесь зимовать? До гитлеровских солдат под Ленинградом стали доходить тревожные вести о разгроме их войск под Москвой. Сопротивлялась Тула, Ростов, сотни больших и малых городов. Пришлось поглубже зарываться в землю. Портилась погода, и не тот ландшафт открывался теперь на дорогах к Ленинграду. Сподвижники смерти, они с упорством маньяков продолжали обстреливать город. Thank you.
самый тяжелый период осады. На заводы ходили пешком через весь город. Не было топлива. Стали электростанции, водопровод. Продолжали свою работу ленинградские ученые. Они писали книги, думали над тем, как сварить безжирное мыло и какие растения можно употреблять в пищу. В тихих залах публичной библиотеки тоже шло сражение за жизнь людей. Тихо и пустынно в залах Эрмитажа. Казалось, навсегда улетело отсюда великое дыхание мировой культуры. Пройдет время, и мы вернем им жизнь. И каждый день обходил поле боя известный всему миру ученый академик Орбели, директор и хранитель Эрмитажа. В нем чуть теплилась жизнь, но он оставался на своем посту. Тихо и пустынно в залах артиллерийского музея. Только сторож, старый русский солдат, как положено, при оружии охранял дорогие реликвии русской славы и верил, победа придет. Этой верой жил и архитектор-академик Никольский. В самое холодное и голодное время он писал в своем дневнике. Я твердо верю в скорое снятие осады и начал думать о проекте триумфальных арок для встречи героев войск, освободивших Ленинград. А пока было так. Солдаты Ленинграда, сдерживавшие врага у стен города, вместе со всеми жителями несли тяготы блокады. Где же в это время была маленькая Таня? Тяжело было у нее в семье. Умерла бабушка, умер дядя Вася. Все заботы пали теперь на Танину маму. Все успевала она делать для своих детей. Ходила за водой, стирала белье. Получала крохотную порцию хлеба, выдаваемую на всю семью. И однажды мама не вернулась. В дневнике Тани появились самые страшные слова. Также бессменно стояли ленинградские коммунисты. Они боролись, чтобы жить, и жили, чтобы побеждать. Жил и работал коммунист Рыбаков. В годы гражданской войны он громил белых, организовывал колхозы. Одним из первых пошел в ополчение, и сейчас ремонтировал танки. Через все прошел, все вынес и все выдержал ленинградский рабочий класс. Они обороняли свой город, который отбили в 1917 году у Старого Мира,
и на которой снова поднял руку битый ими мир капитализма. Теплом костров отгоняли они холод от своих рабочих мест. Когда не хватало сил дойти домой, спали тут же верстаков. Никто не слышал от них ни жалоб, ни стона. А приходилось умирать. Умирали, как солдаты в атаке. Стоя. Так случилось со старшим братом маленькой Тани, строгальщиком завода «Судомех» Леонидом, или, как называла его девочка, Лёкой. Он упал и умер у своего станка. И еще одна скорбная запись появилась в дневнике Тани Савичевой. Не склонили перед врагом своей головы рабочие Ленинграда. Когда становилось бесконечно тяжело, когда наступал предел человеческой выносливости, и казалось, ничто уже не в силах было оборонять родную землю, на передовую снова выходил хозяин своей страны, рабочий человек. Так они собрались с разных заводов в самый решающий час боев за город. Коммунисты Кировского. Коммунисты Металлического. Коммунисты Электросилы. Коммунисты Большевика. Беспартийные становились коммунистами, готовые бороться насмерть. Через минуту они пойдут в бой. На самом сердце хранились иные билеты погибшие под Ленинградом солдаты. Кровью скрепляли они свою верность Родине. Еще раз весь мир увидел великую силу бессмертных ленинских идей, объединивших в одну семью народ России. Для ленинградцев, сражавшихся в осаде, боевым призывом звучали слова Ленина: «Бейтесь до последней капли крови, товарищи! Держитесь за каждую пять земли! Будьте стойки до конца! Победа недалека, победа будет за нами!» Созданное Лениным советское государство спешило на помощь городу. Центральный комитет партии принимал все меры, чтобы город жил, работал, боролся. Из Москвы к Ленинграду протянулась воздушная дорога. Самолеты, груженные продовольствием, пробивались через линию фронта, сквозь огонь зенитных батарей и атаки вражеских истребителей. А с другой стороны, из районов, занятых гитлеровцами, шли на помощь городу ленинградские партизаны. И не знала Таня Савичева, что в одном из таких отрядов сражался с врагом еще один ее брат, Михаил. Партизаны по крохам собирали в селах продукты, и обоз доставил этот драгоценный груз в осажденный город, пробиваясь партизанскими тропами через линию фронта. И еще одна дорога, дорога жизни, была проложена по льду Ладожского озера. По этой дороге с большой земли шла к Ленинграду помощь. А ленинградцы, презревшие самую смерть, отправляли в Москву сработанные их руками танки. Днем и ночью шли в осажденный город колонны с продовольствием, и враг
не в силах был остановить этот могучий поток. Затем пришла еще одна большая радость. Соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. И хоть не широка была отвоеванная полоска земли, хотя и обстреливалась она вражескими батареями, произошло долгожданное. Из Москвы в Ленинград по новой, проложенной через топи и болота железной дороги, прошел первый поезд. И первое, что сделал город, эвакуировал на большую землю своих детей. Вместе с ними уезжала осиротевшая, больная Таня Савичева. Наступала военная весна. Начала покрываться водой ледовая дорога. Но она еще оставалась трассой жизни. Водители пробивались к Ленинграду до тех пор, пока ладожский лед не стал оседать и ломаться под колесами их машин. Весна входила в город. Еще сидели вокруг в своих норах фашисты. Оказалось, фронт уже далеко отодвинулся от городских стен. Еще впереди были решающие бои. Еще рвались на улицах снаряды и бомбы. А ленинградцы готовились к мирной жизни. Их бы светлым, чистым, красивым. И уже не в телогрейках и шинелях пройдут они по его проспектам. Вся страна гордилась ленинградцами и благословляла их великий ратный подвиг. Казахский Акин Джамбул в те дни писал: «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя!» Пошли трамваи. И в толкотне посадок, в забитых людьми подножках, было уже что-то радостное, мирное, довоенное. А к берегам весенней Ладоги ленинградцы все подвозили оставшихся еще в городе детей. И как самое свое дорогое, кровное, свое будущее, передавали их в заботливые руки страны. Вы вернетесь в свой город, маленькие ленинградцы. Для вас отстроят новые школы, откроют парки, посадят цветы. Снова светлым и прекрасным будет ваш город. Позволим преградить вам дорогу к жизни. А Ладога несла на своих волнах к Ленинградскому берегу все, что нужно было городу. Невозможное становилось возможным. Цистерны шли по воде. Эшелоны с продовольствием, с машинами и вооружением.
Ленинград накапливал силы. И новые солдаты, люди всех советских республик, вступали на священные камни ленинградских проспектов. Клялись советские солдаты донести до фашистского логова победные наши знамена. По-хозяйски, по-русски готовился генеральный штурм. Закурим, чтоб дома не журились. Где теперь доведется солдату скрутить следующую цигарку? Впрочем, хватит. Огонь! И грянул бой, священный бой. Так начался разгром фашистских войск под Ленинградом. Страшен был огонь Ленинграда. За все 900 дней и ночей бесчеловечной осады, за Таню Савичеву, за кровь детей и матерей, самую бредовую мысль покорить нашу землю. Шла в наступление вся советская страна. Когда-то мечтали дойти до Ленинграда. Что ж, они и дошли. И уже не было на их лицах улыбок. Сбрасывает свои блокадные одежды Петр I и статуи летнего сада.
вернулись на свое место клоттовские кони. И заново рожденный Самсон отправляется в Петербург. В ту пору ленинградцам мало приходилось бывать дома. Казалось, весь город переселился на свои заводы. Вместе с людьми возвращались на свои места станки и машины. Последний свой долг исполнили перед Ленинградом солдаты. Они поставили на место спасенные ими сокровища. Теперь на передовую выходили реставраторы и краснодеревщики, художники и скульпторы, архитекторы и строители, бетонщики и каменщики. На тихой улице, в опустевшей квартире старого дома, ленинградцы нашли дневник Тани Савичевой. Восстанавливались дома, квартиры. Снова появлялись на окнах цветы и занавески. Но никогда уже не вернется в свою квартиру дружная трудовая семья Савичевых. А город поднимался вместе со всей страной. Это было похоже на чудо. Ведь здесь совсем недавно был фронт. Здесь была передовая. По этим местам проходило кольцо блокады. И уже не бомбоубежище пролегает под ленинградскими кварталами. И так сказочно чудодейственна эта титаническая работа народа, что иностранные гости с удивлением спрашивали сейчас: да проходила ли здесь война? Была ли блокада, обстрелы, бомбежки? Да, все это было. Так выглядел зимой 42-го года вокзал, на который вы сегодня приехали. Вместе тоже продавали цветы. Но это было непростым делом. Эта сторона улицы обстреливалась. И Петергоф, по которому вы сегодня гуляете, выглядел совсем не так. Нерушим великий ход истории. Враги покушались на святая святых нашей культуры. Так выглядела квартира Пушкина после вражеской бомбардировки. Руки ленинградцев возродили город из праха, и новая слава пришла к ним. Слава строителей. Этот трудовой подвиг виден сразу любому человеку, из какой бы он страны ни приехал. Заходите, друзья, в рабочие крепости Ленинграда.
на его прославленные заводы. Это очень хорошо, когда встречаются рабочие люди разных стран. Им не надо переводчиков, какие бы проблемы они ни решали. А главное у них проблема – мир на земле, счастье родной страны, будущее детей. И когда гости спрашивают, а что сейчас делают защитники Ленинграда, какова их судьба, им отвечают – они по-прежнему на своих постах. Все могут сделать, создать и построить рабочие руки ленинградцы. Спущен на воду атомный ледокол «Ленин». Тысячи рабочих ведут борьбу за звание бригад коммунистического труда. Сколько нового, самого передового родилось в городе Ленина и разлетелось по всей стране. И не будет этому конца и края, ибо в этом сама жизнь ленинградских рабочих. И каждый из них на своем посту свершитель новых, грандиозных замыслов партии, боец в великой борьбе за коммунизм. По-прежнему работает на заводе электросила Павел Васильевич Чернятин. Помните? Одним из первых он взял винтовку в самые трудные дни ленинградской обороны. Сейчас Павел Васильевич начальник отдела технического контроля, и через его руки проходит самое уникальное оборудование для электростанций Волги, Ангары и Енисея. На этом же заводе работает Николай Данилович Тобин. Скромный рабочий человек, он в тяжелую годину встал рядом с товарищами, уходящими в последний бой. Николай Данилович по-прежнему на своем заводе, по-прежнему на своем посту. Наладчиком работает на Кировском заводе Николай Гаврилович Ярославцев. Он вместе с товарищами уходил в ту памятную ночь, готовый умереть за свою родину. Но сильного пуля не тронет, сильного меч не сечет. И еще один знатный рабочий Кировского завода, Павел Алексеевич Башилов. Вы, конечно, узнаете его. Старый коммунист, с честью прошел войну и сейчас возглавляет цеховую партийную организацию, мобилизует людей на выполнение грандиозных задач семилетнего плана. Помните ополченца профессора Огородникова в траншее около разрушенной Пулковской обсерватории? Сейчас Кирилл Федорович крупный специалист по самым далеким галактикам. И с небом, который фашисты пытались сделать врагом нашей Земли, с небом, откуда на его голову когда-то сыпались бомбы, он теперь в очень большой дружбе. Отыскалась и еще одна знакомая. Раненую осколком маленькую девочку Женю. Теперь Женя-бать
студентка Ленинградской консерватории. Миллионы своих детей, свое будущее отстояла в боях наша советская родина. Ибо вечно время, провозглашенное выстрелом этого старого крейсера и утвержденное боями на этой площади. Во веки веков будет светла память о маленькой ленинградской девочке, не дожившей до наших дней. И не забудется великое мужество ее города, смертью поправшего смерть, города-героя, города-труженика, города Ленина. Твердо верим, что нерушимо будут стоять на земле города, и маленькие Тани во всем мире будут расти и радоваться солнцу и цветам.